50 километров, конечно, устал. Тем более сегодня до последнего приходилось работать до финиша. Ну, в принципе, раз что выиграл. Лёха Чиропкин хорошо готов, и он единственный из нашей группы, кто полностью сочинский сбор отработал, весь план, и перед главным стартом не заболел, все, ну, у него все сложилось. Поэтому здесь неудивительно, что он в хорошей форме сейчас. Я ему пару раз говорил, что давай, Лёх, выходи, но он на каком-то непонятном языке говорил, я его не понимал. Но я понял, что ему тяжело было. Хорошие гонки, потому что организован хорошо и, в принципе, болельщиков много. Поэтому гонки эти отличные. Конечно, доволен. 4 золота, в принципе, неплохо. Но вот если помечтать, приедут сюда норвежцы, как они с трассой справятся с этой? Я думаю, подойдут, потому что трасса сложная.